Thank you. Добрый вечер. Меня зовут Александр Бигбов, я социолог. И сразу хочу сказать, что с художниками довольно тяжело бывает говорить о разных критических моментах художественной практики, потому что, ну, вы и так все понимаете. И без того, чтобы впасть в какие-то банальности, напасть на след того, что уже было когда-то и кем-то сказано, вероятно, очень трудно обходиться в такой среде, которая постоянно рефлексирует собственные условия существования. При этом мне кажется, что некоторые моменты этой саморефлексии являются исторически настолько глубоко укорененными в художественной практике, что именно они как раз самые очевидные и становятся достаточно редко предметом для последовательного обсуждения. То есть обсуждение, которое начинается сначала и заканчивается переходом к каким-то практическим действиям, к тому, каким образом художественная практика может быть изменена или реконфигурирована. И именно поэтому я выбрал в качестве темы сегодняшнего выступления отношение, напряжение между художественным пространством и пространством протеста. Занимаясь исследованием обоих этих вопросов, а также будучи знаком с художниками, наблюдая за художественной практикой, погружаясь в протестные пространства для того, чтобы интервьюировать участников российских протестов, которые продолжаются с декабря 2011 года, я так или иначе оказывался перед вопросом о том, каким образом протест может быть структурирован в каждом из этих двух пространств. Что значит для художника заниматься критическим искусством? Значит ли это быть просто участником протестного движения? Значит ли это претендовать на некоторую эстетическую гегемонию? Значит ли для участника протестов перед лицом некоторой специфической художественной эстетики, кодов, которые предлагают художники, пользоваться по доверенности этой эстетикой? Или же, например, для протестующих, которые выходили, особенно поначалу, на митинги в декабре 2011 года, в феврале 2012, художественная эстетика не обладала никаким привилегированным статусом. И, собственно говоря, никакой выделенной фигуры художника не было. Сказать, задавая себе эти вопросы, готовясь к выступлению, я успел пообщаться с немецкими журналистами, которые брали интервью у участников сегодняшнего, завтрашнего форума, в дискуссии, и вдруг услышал совершенно неожиданную, шокирующую для себя мысль, которая, как оказалось, обладает здесь статусом очевидности. Если я правильно понял то, что я услышал, речь идет о том, что российские художники дали российскому протесту язык. Ничего более абсурдного, если мы находимся внутри России, мне слышать не приходилось о роли художников в протесте. И в этом смысле, как бы, это первый вопрос. Вопрос, правильно ли я услышал, то есть насколько это общее место, которое транслируется немецкими медиа. И насколько сами российские художники поучаствовали в создании такого образа. Потому что, если говорить о российском протесте, о протестном пространстве, о том, каким образом конструировалось протестное высказывание, нужно будет признать, следуя за этой формулой, следуя вообще за предположением о том, что в рамках этого протеста художники сыграли какую-то основополагающую, конститутивную, принципиальную, важную или сколько-нибудь заметную роль. Надо будет признать, что это художники изобрели лозунги против коррупции, что это художники придумали формулу про жуликов и воров, что это художники требовали отмены антисиротского закона и так далее. Да? То есть как раз если мы говорим о языке протеста как консенсуальном языке, как рамочном языке, то участие художественных практик, художественных эстетик в его оформлении было минимальным. Но я, конечно, не буду становиться на позиции генерального прокурора и обвинять художников в том, что они позволили себе быть неправильно понятыми здесь, в Германии. Для меня более интересен другой момент. Речь идет о том, в каком действительном статусе пребывали художники в протестном пространстве.
И полагаю, что ответ по результатам исследований, которые я вел, включенного наблюдения, не будет слишком отличаться от того опыта вовлеченных художников, которые непосредственно сами присутствовали в этих пространствах. И этот ответ будет достаточно простым. Художники участвовали в протесте как одни из многих. И на фоне, или вернее в общей сумме тех протестных эстетик, тех протестных посланий, которые звучали, особенно поначалу, в очень яркой, в очень выверенной и абсурдной, высокохудожественной форме, художественное высказывание, художественный жест, по крайней мере, в Москве, в Петербурге и в нескольких других крупных городах, ничем не отличался, ничем не выделялся на этом общем фоне. То есть обладатели других образований, менеджеры, предприниматели, рабочие, школьные учителя, которые приносили свои плакаты, свои лозунги, по изощренности, изысканности и способности к эстетическому кодированию своего неудовольствия, своего протеста, не уступали и не превосходили художников. Именно в тот момент, когда художники приносили на акции плакаты из протестной мастерской, заранее созданные произведения вроде «Надувного молотка» или «Пилы» и так далее, это выглядело не более, не менее радикально, чем, например, гигантская белая лента, которую участники растягивали в протестном пространстве, как символ, как бы символизируя движение. И в этом смысле как бы мы оказываемся, в общем-то, в такой достаточно обычной, что ли, ситуации. Да? Художники, которые приносят свои произведения, не претендуя на гегемонию, не получают этой гегемонии, эстетической гегемонии в рамках протеста. Участники протеста, которые достаточно образованы, а число людей с дипломами об университетском образовании в составе российских протестов было сверхрепрезентативным, то есть более 2/3 участников протестных митингов были людьми с высшим образованием. И участники, в свою очередь, вот эти образованные протестующие, они тоже не нуждались ни в каком особом эстетическом уполномочении, которое бы позволяло им рисовать плакаты, придумывать ситуационистские лозунги, которые перекодировали мир политики в терминах культуры. В этом отношении кажется все достаточно гармонично. Художники просто одни из протестующих, протестующие просто рады тому, что наряду с гигантской белой лентой и веселым лозунгом появляется надувной молоток. И, собственно говоря, это и есть тот самый протест, которым так гордились все участники, говоря о множестве лиц, множестве выражений, отсутствие какого-либо единого координирующего центра или некоторой лицензии на тематику этого протеста. Однако во всей этой истории, ранней истории протеста 2011-2012 года, был такой довольно курьезный момент, интересный момент с исследовательской точки зрения, попытка мемориализации протеста в искусстве, в пространстве искусства. Я сейчас не помню точно дату, но в начале 2012 года, то есть в течение первых 3 месяцев протеста, в одном из арт-пространств Москвы, выставочных пространств Москвы, была создана экспозиция протестной символики. И на стенах были развешаны плакаты и лозунги, которые были привнесены в это галерейное пространство, в пространство арт-институции, из пространства протеста. Такого рода мемориализация не является чем-то исключительным. То есть мы знаем, что она происходила на окупаях американских, она могла происходить в целом ряде других исторических случаев и прецедентов. Но что было крайне любопытно наблюдать в момент, когда протестный лозунг, то есть то, что было так или иначе призвано изменить политическую структуру, изменить господствующий институциональный порядок, попадало в галерейное пространство. В сопроводительных надписях под лозунгами и рисунками появлялось пояснение. И это пояснение содержало имя автора. И вот этот момент был очевидным предательством той активистской логики, в которой эти лозунги формировались. Поскольку коллективное достояние
высказывание протестного высказывания, коллективное достояние протестного жеста, которым может воспользоваться любой и всякий, вдруг снова обретало очень четко маркированную индивидуальную принадлежность, привязку и имя, которое могло бы быть капитализировано впоследствии. Хотели ли авторы лозунгов, чтобы их имена были написаны под, на табличках под, под лозунгами и плакатами? Скорее всего, они просто соглашались с тем, чтобы это было сделано, но было очевидно, что, попадая в пространство искусства, артефакты из пространства протеста приобретают одно важное свойство. Они теряют свой коллективный характер. Происходит приватизация или реприватизация, которую сам протест совершенно не предусматривал. И переходя от этого курьезного случая, от этого единичного случая к более общему вопросу, я бы хотел сформулировать его следующим образом. Не является ли любая институциализация протестного опыта художника, не является ли помещение его в галерейные стены, в музейные стены, в целом в стены арт-институций, которые направлены, не стены направлены, как бы само помещение, само размещение его произведения или жесты, или высказывания в этих специализированных пространствах арт-институций, не является ли именно это главной критической точкой, которая заставляет нас сегодня обсуждать довольно сложные отношения между активистской практикой художника и следованием художникам, требованиям рынка или требованиям музейной логики, логики профессионального архива. Я готов сделать сильное утверждение, с которым, я надеюсь, поспорят многие художники, которые занимаются критическим искусством и активистским искусством, что в тот момент, когда художник как активист приносит свое произведение в галерею или в музей, или в иную арт-институцию и ставит под ней имя собственное, он превращается, он перестает быть активистом, он превращается в рачительного буржуа, который возобновляет свой контракт с публикой в совершенно классической форме классического искусства, которым нужно восхищаться, и послушной публики, которая должна испытывать восхищение. То есть институция генерирует такую форму субъективности, которая может быть, несомненно, преодолена, но которую художник редко соглашается преодолевать, потому что он должен заботиться о том, чтобы его имя осталось в архиве. И целый ряд наиболее успешных примеров работы с высказыванием, которое адресовано широкой публике, которая обладает протестным потенциалом, но затем рекапитализировано в терминах арт-институций, смещает, очень серьезно смещает фокус с протестного высказывания как такового. И в данном случае я, например, имею в виду акции группы «Война», которые, не будучи, возможно, по замыслу приватизации протестного жеста, становились ими по факту продвижения тех или иных практик не как общедоступных. То есть протест, который предлагала «Война» и отчасти «Пусси Райот», были не тем протестом, в который может включиться каждый. Они были не расширением, не экспансией протестного движения. Напротив, они были приватизацией, поскольку превращались в тот исключительно сингулярный, неповторимый жест, который может сделать только «Война» или только «Пусси Райот». И тот факт, что это именно в таком качестве акции «Пусси Райот» были перехвачены СМИ в рамках медийной логики, когда, особенно в международном пространстве, весь массовый российский протест со всеми его странностями, противоречиями, со всем многообразием форм участия, которые можно было наблюдать непосредственно на площади, которые на самом деле до сих пор там, которые продолжаются, и ближайший марш намечен на 19 апреля. Словом, все это многообразие было просто перечеркнуто воображаемым символическим представительством, которое осуществляло «Пусси Райот», как если бы она в действительности, эта группа в действительности представляла весь российский протест. Не для протестующих, очевидно, но СМИ продолжали следить за «Пусси Райот» как за протестом. Да, то есть фокус сместился. Речь уже не шла о том, что происходит в России, какие формы субъектности участвуют в этом протесте, какие формы субъективности и чувствительности трансформируются в этом протесте. Все эти вопросы отошли на второй план перед героической картиной
маленькой группы, выступающей, бросившей вызов большой системе. И оставив этот вопрос открытым, вопрос об институциализации, я хочу перейти к следующему вопросу о том, каким образом можно вернуть этот художественный жест в общественное пространство. Если мы предполагаем, что галерея, музей, то есть одновременно и рынок арт-произведений, и архив искусства налагают на художника обязательства, которыми ему трудно поступиться, если он хочет, чтобы его имя осталось в истории, какие техники могут быть доступны, какие техники могут существовать для того, чтобы после помещения в архив вернуть этот критический жест снова в протестное пространство? У меня нет ответа, то есть я совершенно не готов его дать, именно потому, что частично эти ответы уже звучали из уст самих художников. И было бы странно, если бы социолог пытался заниматься прескрипцией, предписанием того, что должен делать художник. И из тех ответов, которые я услышал, мне показалось, например, крайне интересным возврат к обсуждению анонимности, который, в принципе, в позднесоветское время был ответом не столь уж редким. Анонимность или использование псевдонимов, которое отчуждает артистическую практику, некое альтер-эго художника, его персонаж, от непосредственного физического носителя, который может быть бенефициарием грантов, финансирования, поездок, мест в арт-институциях и так далее. Очевидно, что позднесоветская практика не располагала к такой капитализации в теле, и похоже, что нынешняя российская ситуация тоже потихоньку к этому не располагает. И вот это обсуждение, которое время от времени вспыхивает сегодня и вчера в дискуссии о том, может ли российское критическое искусство функционировать прежде всего в своем экспортном варианте, возможно, имеет своим ответом анонимизацию как более-менее постоянную практику, как более-менее приемлемую практику, где, не знаю, возможно ли это после помещения в архив, художники анонимизируют заново свои произведения, свои критические жесты, свою рефлексию, пытаясь перекодировать ее, может быть, совершая дополнительную работу по перекодированию с тем, чтобы эти жесты, эти смыслы были реципированы, были восприняты участниками протестов или просто критически настроенной публикой. Это скорее вопрос, еще раз повторю, это один из ответов, который я услышал, но это вопрос, который мне хотелось бы обсуждать, и если дискуссия, которая сейчас последует, будет содержать другие ответы. Мне кажется, что это было бы самым интересным, как бы для чего я и взял на себя роль выступающего. Спасибо.